Итак, всем здравствуйте. Сегодня у нас 7 сентября 2019 года. Блогеры Ильич и Рантье вот, решили для вас сделать такую вот пресс-конференцию на вопрос, что же такое призм и какую пользу может принести обыкновенному простому человеку, не сетевику, а именно обыкновенному простому инвестору, который хочет получать доход от своих личных инвестиций. Так да. Вот, Ильич? Да, да, да. Да. Мы что-то так все быстро сказали. Мы находимся в чудесной республике Маврикуль, независимой. И у нас сегодня призм обсуждения. Да, кстати, вот Маврикуль независимая такая блокчейн-республика. И вот мы как раз ознакомились с Ильичом, кстати, весьма недавно с призм. Я зашел вот 17 августа, потому что я был на Алтае весь месяц. Там да, я чуть раньше приезжал сюда, представители бота меня как бы уговорили, сказали, что это перспективно. Я им сначала не верил. Ну, естественно, я попробовав, понял, что тема очень интересная, и у нее есть будущее. Да, да, да. Меня вообще в призме привлекло то направление, которое называется процент на остаток по счету. Суть в том, что у каждого второго из вас, уважаемые видеослушатели, есть карточки Тинькофф банка, и к вам постоянно падает каждый месяц процент на ту сумму, которая у вас осталась на счете. Вот в призм та же самая тема, только не раз в месяц, а каждую секунду, каждую долю секунды вам начисляется небольшой процентик. А размер процента у нас, Ильич, сколько там? Ну, там начинается он уж как совсем маленький, от 0. От 3 в месяц и да. До 33 месяцев. Ну, от 0,12 в день и до 1 в до день. До 1,1 в день. Да, да, да. Это уже да, будет да, зависеть. Да. То есть, если человек просто приобретает несколько монет призм, даже одну монету призм, у него уже начинает уже идти дым. В народе это называют пар. Или, как это модными словами, называют парамайнинг. То бишь, обыкновенный держатель монеты уже начинает получать начисления в виде процента. Да, в виде пара, да, как в виде мы процента. Это называем. А если сумма не одна монета, а 10 тысяч монет, 100 тысяч монет, соответственно, там уже получается процента достаточно уже ощутимые, которые можно каждый день уже кому-то продавать там, или переводить продавать на, да, на бирже или личный обмен делать или покупать какие-то товары вот у Ильича, например, бутылочки муншайн. Да. Вот. Ну, у нас как бы накопился у меня по комментариям. Я понял, что люди не понимают, что такое призм. Да, не понимают, что такое призм. Даже вопросов не могут задать нормально. Да, 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 это надо объяснить простыми словами, потому что мы снимаем с тобой видосики, мне писали, а что это такое, а как вы зарабатываете, вообще, как с чем это есть? Они же, что это такое, как это руками взять, вот это не понимают. Давай, объясняй. Объясняю. Как ты к этому пришел? И как я к этому пришел? Я знал раньше, что такое криптовалюты, видел этот блокчейн на базе монеты. Ой, как он, биткоин. Но монета, они живут сами по себе, я живу сам по себе, это называл BBB. Особо не молился на курс, мне это было неинтересно. А чем отличается именно криптомонета призм от криптомонеты биткоин? Вот тем, что... Низкая комиссия. Нет, тем, что... тем, что... У призма есть процент на остаток по счету, а у битка этого нет. Парамайнинг. Да, у эфира этого нету, какие там еще монеты, у этого нигде нету. Только вот у призма такая вот фишка есть. И, ну, некоторые говорят, а, это там финансовая какая-то хайп-пирамида. Ну, ребята, если у монеты есть свой блокчейн, то вот здесь уже как-то сложно. Не то что спорно, уже серьезный подход уже. Сложно как бы назвать это пирамидой, да, потому что простой она... тупой пирамидой, да. Да, чё-чё? Ну, тупой пирамидой. Ну да, как бы это очень сложно, потому что держатели, много людей, вот, и вот эта монета начинает популяризироваться в расчетах. Удобно. Да, то есть каждый расчет, который делает человек, его может третье, четвертое лицо посмотреть по блокчейну, увидеть номер кошелька, откуда платеж ушел, кому ушел, потом все дальше прозрачно. Куда, да, все прозрачно, то есть все транзакции прозрачно. Полностью прозрачные, их видно, да. Да, в любой кошелек вы можете зайти, в его, в мой, и еще там куча людей. Не то, что в кошелек, а посмотреть транзакции по кошельку, увидеть объем средств, там, да, объем средств, объем, это объем, этот объем, короче, парамайнинга, и уникальная эта монета, то, что они вшили туда. Это 88 уровней реферальной да, программы. Да, вот как раз размер процента. Ну, вернемся изначально, что люди думают, что такое призм. Одни говорят, это криптовалюта. Хорошо, окей.
Потому, почему криптовалюта? Потому что есть своя система блокчейн, это учета транзакций, которая не подделает никак ничего. Так я могу назвать это средство обмена. Вот. А я еще проще пошел дальше. Говорю, что такое призм? Платежная система. Вот мы знаем Яндекс.Деньги, Kiwi, Perfect Money, Advanced Cash. Это платежная система. Только эти платежные системы, они привязаны к определенной валюте. Там доллар США, русский рубль, и там евро, Евросоюза. А призм — это отдельная валюта, называется призм, четвертая такая валюта. И у нее своя платежная система на базе блокчейна. Вот и все. То есть обыкновенная платежка, которой можно расплачиваться за определенные товары, услуги и так далее, и так далее. Обмениваться на бирже, покупать, продавать полноценно. То есть это платежная система. Машины продавать, да, чтобы налоги есть, не платить. Квартиры то есть продавать. Изначально мы относимся к призму как к платежной системе, а уже дальше начинаем разбираться, что такое процентный остаток по счету. Они, кстати, очень админно хитро сделали. Они не назвали это процентный остаток по счету, назвали таким словом парамайнинг. Парамайнинг. То есть спрятали вот этот вот. Вот этот вот жир, так называемый, процент, который прямо вот на ноутбуке, прямо на моих глазах, оно бежит прямо вот мне. Они назвали парамайнингом. То есть простой россиянин даже не догадается, что это такое. То есть зашифровали такой вот вкусный кусок сала от обычного обывателя. И вот наша задача с Ильичом — перевести все непонятные слова на обыкновенный русский язык, чтобы сказать, вот, ребята. В принципе, все просто. Это суть парамайнинга, это популяризация монеты призм, чтобы ее не майнили. Майнить надо всякие фермы покупать, видеокарты, да, железо брать, оборудование, да, да. И начинать это майнить. Это тот же самый процесс, только здесь без вложений. Они просто взяли народную монету, сделали, дали всем возможность ее увеличивать, прописали в код, это процент парамайнинга в сутки. При умножении. Вот, и там уже каждый в зависимости от своей суммы может ее парамайнить, да, у себя на кошельке. Да, тут фишка такова, что если человек покупает 100 монет, у него процент 0,12 в сутки там. На самом деле он каждую секунду начисляется. Если человек покупает 1000 монет, то процент чуть повыше становится. Если человек покупает уже 10 тысяч монет, там уже совершенно другой коленкор. Там уже процент уже идет под 0,5, 0,4, где-то так, 0,4 получается. Если же у человека 50 тысяч монет, там уже где-то 0,6. Если 100 тысяч монет, ну это уже большая сумма на самом деле, там уже совершенно другие цифры, ребята. Там уже 0,7 где-то получается, ну, в сутки, да. То есть это больше 20% в месяц. Вот, вот и самое, да, главное, сейчас, наверное, кто-то смотрит и пишет в комментариях, угу, да это же не может быть такого, да, не может быть такого, это не вечно. Сейчас только добыто 4% монеты. Да, кстати, монеты. Они заявляются о том, что они, вот как вот вы знаете, что у биткоина тоже ограничена эмиссия, так называемая. Да. То есть больше какой-то суммы он не может быть. Вот, здесь то же самое, здесь 6 миллиардов монет, да? Ну, что-то такое, да. Да, 6 миллиардов, они сказали, вот 6 миллиардов будет, и мы эту штуку отрубим, короче, вот этот парамайнинг, приумножение. И на сегодняшний день у нас сколько там? 4%. 4% добыток всего монет. То есть, да, мы у нас на самом начале, ребята, на самом начале. При, да, том, что они уже 2 года на рынках, да, торгуются, да, на биржах. Что... И всего лишь 4%. И последние 3 месяца, угу, начали как бы активно, да, обращать, а почему, внимание. Да, почему вот, Ильич, вот, и почему вот мы так обратились спустя 2 года только на призм? Я отвечу на этот вопрос очень просто. А потому что никто, кто со мной общался, а общались со мной только одни сетевые, как я их люблю называть, Мишутки, они мне доносили идеологию призм. Такая у них Библия, СВЕ есть, там где там, как Сильмариллион в Толкине там. Пришел Ильватар и создал Ильватар эльфов, ибо эльфы такие крутые чуваки, ибо так далее, так далее. Вот. На какой-то своем там птичьем языке они общаются, мы ничего нифига в этом не понимают. И вот нашелся мне один хороший, очень хороший человек, который мне перевел это все. Тут есть процент на остаток по счету, берешь столько там монет, тебе будет постоянно падать процент, ты этот процент можешь продавать на бирже и жить счастливо и сытно. Вот, это еще не все. Вот поэтому я и не зашел в призм тогда, потому что мне все, кто пытался донести до меня информацию, они говорили на своем птичьем MLM-ном языке, который я нифига не понимаю. Я привык к хайпам с 2009 года, я привык к цифры, привык проценты, длительность и так далее. Обыкновенные математические так называемые модели на русском языке. А сетевики, они этого языка не знают или специально не хотели этого рассказывать. Кстати, я вот недавно созванивался с этим знаменитым Михалычем, который в шлеме, в таком, такой в шлеме чувак, есть такой Михалыч. Вот, и он мне сказал, что Юра Майоров изначально он не хотел, чтобы в призму заходили хайпер, то есть я, Ильич, вот, специально. Поэтому, возможно, они придумали такие вот секретные слова,
всякие там воздушные, так называемые, отвлеченные темы, типа СВЕ. А процент по остаток по счету, они это запретили кому-либо говорить. И вот когда вот мы сейчас вот это услышали, поняли, вот мы и поняли, что вот оно. Вот такая вот мой монолог. А ты, Ильич, как? А я как? Ну, приехал ко мне товарищ один с Екатеринбурга. Вот. Для меня он был зомби. Призм. Я говорю, ну давай попробую. Закинулся я в его спейсбот. Это мы чуть больше. Как бы чуть подальше, да, расскажем. Или вот, и забыл. Ну забыл, смотрел, что-то капало. А потом, ну как обычно, докину я еще один нолик. И уже поинтересно стало капать. Вот, а потом появился, приехал Алекс с этого, с Алтая. И вот, ему рассказали про другой инструмент в призме. И вот оттуда уже все и понеслось. Да, а там дальше больше, а теперь я торгую на бирже. Да, он торгует на бирже уже. Я не торгую, для меня это пока это еще космос, а вот Ильич торгует. Я для съемки этого видео вот этого товарища бородатого вытаскивал прямо белазом из его номера, чтобы он там, у него там эти свечки всякие там у него. Я вчера заработал за ночь это $700. Красавчик вообще. Просто сидел вот и заработал. На росте. Да. Да, понятно, ловил там эти. Вот. А еще мы не сказали такую вещь, что здесь нету реферальной системы, нету партнерской программы, но есть такая очень хитрая, такая еврейская штучка, как коэффициент, приумножающий ваш процент. То есть один коэффициент — это то, что вы кладете сумму на свой кошелек, на ваш личный кошелек, сумму больше, у вас больше процент, про это я говорил. А есть такая штука, что если вы кому-то из новичков отправили со своего кошелька хотя бы одну монетку, то этот кошелек новичка стыкуется к вашему. И если этот новичок положит на этот кошелек тоже сумму какую-то крупную, и эта сумма тоже создаст коэффициент, увеличивающий ваш процент. Это сложно для людей. То есть, если, грубо говоря, я посоветовал Ильичу зайти в призм. Вот. Ильич купил 10 тысяч монет, допустим, на бирже. Вот. И этот кошелек был активирован монетой с моей стороны. Все, он прицепился к моему, и его объем монет 10 тысяч, он сам получает свой процент. Я получаю на свои монеты сам. А его 10 тысяч монет дают мне дополнительный коэффициент, увеличивающий мой процент. То есть, допустим, он никого не пригласил, у него, допустим, 0,5% в сутки, а у меня 0,55, грубо говоря, 0,55, чуть-чуть побольше. Да, да. Вот. Если же Ильич пригласит там другого человека, и этот другой человек также положит 100 тысяч монет, допустим, или 10 тысяч монет, то уже у Ильича повысится коэффициент. И у меня повысится коэффициент. Понимаете фишку в чем? Ну, здесь надо объяснить, кто может как бы участвовать и зарабатывать. Обычный человек же может. Да. Вот он не хайпер ни разу никуда. Не сетевик никакой. Да, ни разу не сетевик. Он просто работает на обычном, на Газпроме, например, да, или где-то там у него бизнес свой. Угу. Вот у него есть там пару тысяч долларов, он может участвовать. Да, конечно. Вот. Он не приглашает. Да, он просто вложился как инвестор. Можно? Да, буквально 2-3 тысяч рублей хватит уже, чтобы начать. А вот если ты активный и быстро развивающий персонаж, то можно очень хорошо заработать путем привлечения себе в структуру в разных... Да, причем вы не берете у людей деньги, а они просто активируют свои новые кошельки, зарегенные по вашей рекомендации. Причем не они платят за это, а вы им платите за то, чтобы он прицепился к вам. Одну монетку отправляешься, он за вами. Вот такая система призов. И эта глубина у нас 88 уровней. 88 уровней. Ширина не ограничена. Да, то есть можно в колбасу вот так всех выстроить вниз, можно вправо-влево под собой всех ставить. Ширина не ограничена, глубина 88. Вот, это основа, призм, основа. Я не буду говорить идеологии СВЕ, это сложная Библия, нам это не интересно, мы хайперы, мы любим цифры. Мы любим просто деньги. Да, мы просто любим деньги, и этого не стесняемся говорить. Но сетевики стесняются говорить, они втихую выводят, продают монеты втихую на биржу там или как-то. Рассказывают, что это круто, призм круто, вот. Но это другая история. Да, мы просто любим ничего не делать и зарабатывать деньги. Да, ничего не делать, получать пассив, проценты и все. Ну и снимать видосики. Вот. А сейчас перейдем к такому моменту, что раз у нас есть механизм приумножения на, так называемый, парамайнинг, на жаргоне это пар называется, если у нас есть процент по пару, если есть структура,
Но, конечно же, нашлись чуваки, которые придумали проекты на базе площадки Призмы. Вот в трех из этих проектов мы с Ильичом участвуем. Я своим подписчикам рекомендую себя на канале начать работу с одного из них, с паровоза. Паровоза, да. Что такое паровоз у нас? Паровоз — это как бы, он даже не проект, это просто идеология людей, которые выстраивают под маркетинг Призма определенный паровозик, который зацепляют за тобой вот эти монетки. Суть паровоза в том, что, вот, например, вот я тебя пригласил в паровоз, ты покупаешь на свой кошелек там 10 тысяч монет, допустим, или 1000 монет, минималка 1000 монет. Главное условие, что у тебя должно быть не менее 1000 монет на кошельке. Все. На свой кошелек. На свой кошелек. Личный твой кошелек, который твой под контролем. Да. Вот. Потом ты платишь 50 монет за подключение к паровоз, это оплата проезда. Тебя вот этим методикой переброски денег, денежки прицепляют к кошельку паровоза, да, вышестоящего, и все, вы в теме. Потом приходит другой человек. Он ждет от вас маленькой монетки, тоже вы отправляете ему маленькую монетку, он цепляется за вас, все, чуть-чуть сцепились. И все, больше ничего делать не надо. Теперь уже этот человек должен уже ждать, причем в паровозе приглашать не обязательно, тут люди сами идут и прицепляются. То есть я вот пока вот с Ильичом общаюсь, обычно в паровоз заходит 10-15 человек в сутки. А этот по 10-15 тысяч монет как минимум, если по минималке. Вот у нас, да. Да, у нас у каждого, это в паровозе структура, если в рубли сейчас переводить, примерно 7-8 миллионов под нами людей в рублях зашли. Да. Вот. То есть подо мной сейчас структура где-то около 600 тысяч монет, 600 тысяч монет, ну да. У меня 650. Вот, так примерно так вот. И у меня процент на мой кошелек получается примерно с капитализацией 18% в месяц. Ну какой проект даст 18% в месяц, ребята? Со своим, да, личным кошельком? Да, на ваш личный кошелек. А в проектах мы обычно деньги отдаем админу, который потом уезжает на Бали куда-то вон туда. А здесь у вас деньги на вашем личном родном кошельке, ребята. Вот в этом вот фикус. Вот на вашем кошельке деньги лежат. Вы можете их потратить в любой момент. Вот, кстати, я вчера, пока здесь на Маврикуле нахожусь, я уже нескольким своим партнерам продал за Сбер вот эти вот небольшие суммы для вступления в различные проекты, призы. Прямо с утра у меня уже очередь будет. Леха, продай, Сбер, Тиньков. Вот. Вот, все. Да, и самое интересное, продавать призм, это не обязательно, чтобы кого-то подключить. Просто люди не хотят покупать сами на бирже. Да, потому что комиссии. Вот. Тут сразу будут писать, это же пирамида, вам нужно, чтобы обналичить, кому-то продать. Нет, не обязательно. Ты про это, да. Да, для удобства люди могут. Я сам, кстати, люди сами просят. Но, ну, пожалуйста, вы не хотите продавать, отправляйте людей на биржу, пусть сами регистрируются. Да, ну, я на самом деле скажу, что крупные суммы сейчас купить в интернете через частников практически невозможно. Никто не продает. Мелочи там, да. Там тысячи две максимум. Вот, а крупные суммы, я сам крупную сумму покупал на бирже. Да, у биржи есть минус там комиссии, это вот я с Перфекта покупал, там с меня 4% за ввод на долларовый счет удержали, потом комиссия это за транзакцию там копеечная, там, потом комиссия за вывод призм на кошелек. Это, конечно, все немного напрягает, но тем не менее без этого никуда. То есть крупную сумму на бирже. Соответственно, продать тоже на биржу можно. Ну да, крупные суммы, пожалуйста. Как бы, чтобы вы понимали, у меня на бирже ежедневный оборот на 10 тысяч долларов. Я покупаю, продаю. Ежедневно, ежесуточно. То есть, ну, примерно 10, может иногда доходит до 15. Это я покупаю, продаю. Вот такой вот оборот на бирже. Это вот у меня у одного, а там есть и сделки и покрупнее. Это сложная математика для простых людей, на самом деле. То есть, я вот не торгую, у меня чисто вот процент остаток по счету парамайнинг идет. На моем кошельке, вот на этом кошельке идет. И все, ништяк. Кошелек мониторю прямо с телефона или с ноутбука, не вопрос. Могу в любой момент отправить сумму в пределах объема этого кошелька себе, к любому партнеру или на биржу, или обменнику. Ну, да, в любое время можно вывести эти деньги. Да, это паровоз. Вообще, да, в любое время. В любое время выводишь, меняешь на обычные рубли, доллары. То есть, по курсу. В рамках идеи паровоза, если брать в рамках идеи паровоза, риски в рамках монеты призм равны нулю. В рамках монеты. То есть мы не затрагиваем курсовые риски.
А если берем в рамках вот идеи паровоза, проекта паровоза, то риски равны нулю. Почему? Опять же, потому что деньги у вас. Да? Вы можете собрать их, перевести в любой момент, когда вам захотелось. Всю сумму или частично, не вопрос. Есть люди, которые с паровоза сбегают, что-то процент мало показался, где-то переубедили или еще что-то там, не понравилось что-то, или там решили там зафиксировать курс, у кого-то свадьба, там роды и так далее, там кошка родила, там надо деньги, и все. Они продают, и все, с паровоза прыгают. Ну и не суть в этом, то, что идеология паровоза, что деньги у вас, риск равен нулю. И то, что вам не надо строить структуру, как в других проектах. Ну, в общем-то, да. Наша рекомендация на кошелек паровоза – это основной ваш кошелек. Да, кошелек паровоза для личных таких операций, работы с партнерами, туда-сюда деньги гонять. Вот паровоз. То есть у вас появился паровоз, и дальше так называемые идут две ветки, как я люблю говорить, треугольничков. Рой-клуб и спейсбот. Да, и спейсбот. Да, что у нас? Спейсбот это... Попроще проект? Да, это попроще, как бы это в Телеграме. Это получается для тех людей, кто любит MLM-бизнес, ну, приглашайте, у них есть параматрикс какая-то еще штука. Да, матрица, да. Да, матрица. Ну, то есть... Можно, в принципе, со 100 монет начать себе строить структуру. Получается, там есть реферальные бонусы всякие, вознаграждения. И можно заработать огромные деньги, основа, как они обещают. Основа спейсбота – это мессенджер, как люди говорят, Telegram. Телеграм-месседжер, все, да. Там, все это механика там внутри, но основа бота это то, что вы получаете процент, 0,7% в сутки сразу, даже 100 монет закинул, все, 0,7 у вас идет. Если 1000 монет, то 0,8% в сутки идет. Если 10 тысяч монет, то 0,9, а 0,9 это уже 27% в месяц, извините меня, это круто. Вот, то есть можно закинуть деньги, никого не приглашать и тупо снимать процент каждый день. Или раз в 2 дня, или раз в 3 дня, или вообще не снимать. Вот. Или на реинвест справлять без проблем. Можно приглашать, можно не приглашать. Тут вот если будешь приглашать, будешь больше зарабатывать. Но минус, некоторый минус спейсбота в том, что там нет автоматической капитализации процента. То есть вам нужно заходить в кабинет, копить процентами 100 монет, и только с этих 100 монет вы можете отправить на парамайнинг, на реинвест, то есть увеличить свою сумму. Вот, это первый минус. Второй минус то, что там есть комиссия такая вот штука, вот это никто не говорит, там есть комиссия на вход. Сразу же. То есть, на любое пополнение. На отправку на парамайнинг. Да. На отправку на парамайнинг нажал, тебя 15% срезают. Почему так? Потому что они себя не считают тупо пирамидой, хайпом. Они говорят, что все монеты, которые заходят к ним на их кошельки от инвесторов, они участвуют в парамайнинге. Но так как у них есть партнерская реферальная программа, они эту ревку удерживают с приглашенного на все 9 уровней. Там 9 уровней ревки. В общей сумме, если их суммировать, то получится 15%. 15% ревки, и вот они это удерживают 15%. Это второй минус. Ну и третий минус, то что... Деньги не у тебя. Деньги не у тебя, это само собой, а у админа. Мы знаем, что у нас админы любят такие страны, как Бали. Вот, ну так бывает. Я не говорю, что бот это плохо, но я говорю, что админы любят Бали за чужой счет. Ну ладно. А также минус то, что это в основном двигается молодежной структурой. То есть это двигает молодежь в основном, то есть да, сетевики есть, но это так называемая молодая школа. То есть нет такой, как сказать, вот некоторые люди любят солидность, там, пиджачность, офисность. Ну да, и вот, короче, размах. Вот там они какой-то похожи на на молодых зубаков, которые бегают и говорят, у-у-у, кто там. Да. Бьют себя. Да, то есть это молодой клуб, так называемый, молодой. Молодая тусовка. Я не хочу сказать, что это плохо. Туда в основном идет молодежь, этот спейсбот. Молодежь, да. 100 монет, они идут. Ну, у них есть чат, они общаются на своем птичьем языке. На нас, на стариков, внимания не обращают. Это их движуха, их тусовка, их заработок. Ради бога, все ништяк. Вот. Поэтому, ну, мне, вот, честно говоря, в спейсботе как-то скучно на самом деле. И я стал искать еще какой проект, где еще можно будет помешутить. И я наткнулся, а увидел, что есть еще такая мощная такая движуха, называемая... Рой-клуб. Да, Рой-клуб. Движуха, она представляет из себя инвестиционную такую вот движуху, залипуху, так сказать. Тоже люди отдают деньги под процент. Процент размера у нас получается там где-то 26-28. От 100 монет, кстати. Деньги можно забрать. Кстати, в спейсботе деньги можно забрать в любой момент, как мы это не сказали. Да. Ну там вообще на проектах призма можно деньги собрать. Забрать в любой момент, да. На эти проекты. Вот. А в Рой-клубе тоже можно в любой момент собрать.
И плюс по сравнению с PaceBot в том, что комиссия не 15%, а 10%. А 10%. Ну и Рыбок, да, уже такой более солидный, да, клуб с землей, со своим отелем в Сочи. Вот. Да, вот Рой Клуб создавался как раз вот идейными товарищами старой школы, old school, уже в возрасте. Люди, никто не будет скрывать, что эти люди пришли из МММ, прошли школу МММ уже в возрасте, с опытом. И вот люди объединились, прониклись идеей призм, прониклись идеей, так сказать, командообразования. И мы создали вот этот Рой Клуб с целью получать повышенный процент от парамайнинга. Но чтобы не оставаться так называемым просто интернет-проектом, они стали качать землю. Открыли вот отель в Сочи, кстати, меня туда приглашают постоянно приехать, это все заснять, там люди тусят, просто они не блогеры, они не умеют съемки делать нормально. Вот, сейчас же в Сочи строится такая зона отдыха, называемая морская деревня, где за монеты призм можно тоже там отдохнуть, заехать. А также они объединяют офлайн бизнесменов, чтобы популяризировать монету призм для, так сказать, для расчетов между простыми гражданами. То есть привлекают бизнесы различные и популяризируют для этих бизнесов монету призм. То есть у них цель популяризации монеты призм, продвижение. Не просто проценты качать, как например, вот, в боте или в паровозе, а здесь еще привлекать какие-то либо земные направления. Вот так. Они собирают огромные тусовки. Вот я тебе как раз показывал на ноутбуке, как они вот прямо сегодня в Казани 7 сентября проходит встреча. Да, это Рой Клуба, это включим в конце видео, посмотрим. Да, я вставлю это, да. И там 400 человек тусят и рассказывают, как они там участвуют. Мне это, кстати, что-то напомнило, ребят. Вот кто вот это год назад участвовал в одном замечательном проекте, я не буду название говорить, вы увидите там дежавю, ребят. И, кстати, я говорил еще, ну, почти месяц назад, что вы были в этом проекте, а призм – это продолжение идеи этого проекта. Ну вот, да. Мне тоже понравилось то, что я увидел сегодня в Казани, и я так думаю, есть очень хорошее будущее. Есть прям вот такое вот, да. Ну, минусы, опять же, вернемся к минусам в Рой-клубу. Конечно же, они есть, и не без этого. Это, во-первых, конечно, сложная регистрация. Чтобы там зарегиться, то есть сам человек не разберется. Или разберется, но это в штучных, так называемых, случаях. То есть приходится каждого человека регистрировать отдельно. Регистрировать отдельно, сложность, некоторые не выдерживают, ругаются, матерятся и так далее. Вот. Ну, там есть как бы свои особенности. В первую линию может стать только 9 человек. Вот. Ну, это плюс, да, это плюс, я считаю. Нет, это особенности, да. И очень хорошо то, что на последующие надо грузить глубже людей. Да, вот то есть получается такая, своим партнерам. У меня открыто первых 9 мест в реферальной программе. 10-й человек уже пойдет под того, кто зарегился у меня в этих 9 местах. И получается так, что я приглашаю людей и помогаю своей первой линии закрывать статус. Вот как раз Ильич, первый человек, который закрыл бронзовый статус благодаря моим так называемым партнерам, которые хотели под меня, не успели. Они пошли под Ильича. Я под Ильича несколько человек поставил, все, Ильич закрыл бронзу. Красавчик. Вот. Сейчас Ильич уже сам будет ставить людей уже под свою под свою первую линию. Мне она третья будет уже. Вот да? Так вот, да. И я ставлю, соответственно, людей, у кого партнеров поменьше сейчас. Ну, то есть там все идут по порядку, да, и все грузятся. Тем, что хорошо, что вы приглашаете под себя людей, и я под вас приглашаю людей, и Ильич под вас приглашает. Вот это самая классная идея. Да, и люди наших людей приглашают под вас людей. И, вот, и вся фишка побыстрее зарегаться под нас, чтобы быть вверху. Да. Сейчас вот вторую линию регаем так. Но это плюс. Еще минус, конечно, что деньги вы отдаете в системе админам. Админы у нас любят Бали. Вот это минус. Но сложная система регистрации и достаточно сложный механизм вывода. Я один раз протестировал вывод. Вывод пришел, я не скажу, что мгновенно, 10 минут. А почему так? Потому что там сделана система авторизации, потом двойной, так называемый, как это в Гугле, двойная Гугле авторизация такая вот. Типа такой штуки сделано. Двухфакторка. Код на почту, потом ссылка на почту, потом деньги с Роя, они переходят на промежуточную биржу, платформу, которая сделана чисто для Роя. Это Сигн.
А Сигана я уже заказал на свой кошелек уже. Паровозный. На паровозный кошелек, да. И вывел, соответственно, так вот денежку. Вот протестировал недавно. Мои партнеры тоже выводили. То есть все в ROI в этом плане нормально. Платится быстро. Кстати, в боте тоже быстро платится. Вот. И самый главный большой плюс ROI по сравнению от паровоза и бота, мое мнение в том, что здесь движуха по земле идет. То есть этот продукт, он преподносится как серьезный, солидный инвестиционный, да, продукт. Как инвестиционный вот продукт, проект, да. Ну что-то напоминает даже этот Arbit Club, вот они тусили за биткоин. Вот. Ну здесь они как, видишь, они собирали пул для строительства вот этой морской деревни. И по нему уже начали платить проценты. То есть они собирали вот деньги чисто вот для строительства вот объекта. Объект начал строиться, они начали платить по нему проценты. Ну, понятное дело, что объект пока еще не работает. Они платят с парамайнинга из общего так объема. Причем эти количество акций было ограничено на продажу, насколько я понимаю. Вот. Сейчас отель работает. Ну, них, какие у нас итоги-то? Да. Итоги у нас есть. Хороший инструмент финансовый. Можно как серферам проколотиться очень неплохо на этой волне инвестиционной, потому что на рынке 2019 года, на инвестиционном рынке, было очень все плохо с инвестициями. Вот, было очень много банкротств, люди закрывали проекты, инвесторы оставались без денег. И все, ну, вот ждали, это, все, да, ждали, все ждали, все ждали, все ждали. И вот он наконец-то вроде что-то дождались. Ну, дождались, оно было, просто оно до было, нас, да, это не доносили на нормальном языке. Вот наша цель на нормальном языке донести до вас, что вот есть хороший инструмент, не на птичьем языке сетевиков, а вот призм, ему 2 года в этой системе, но никто не доносил до нас этого там. Ну и конечно, у призма есть минусы. Это курс, он постоянно скачет вот так. То есть он может и подскочить. Объемы у вас как бы по отношению к рублю увеличится, а потом может упасть. Это, ну, никто не гарантирует. Да, на, да, сегодняшний момент, наблюдая рост, дикий рост. Да, курса, уже, да, за месяц цена выросла на 12 центов. 12 центов за монету. Было что-то 26 или 24 цента, сейчас 39. Даже больше даже. Да, на 70%, вот, грубо говоря, цена увеличилась. То есть, как бы наблюдается характерный рост и спрос. То есть, если я сам покупал монеты, ну, грубо говоря, в середине августа, и сейчас я их продам, то я уже могу смело сказать, что я заработал наполовину больше от той суммы к доллару, с которой заходил на это. Ну, конечно, я продавать не этого не буду, я продаю только своим партнерам по чуть-чуть, чтобы активировать аккаунты в ROI, там, в боте и так далее. А те, кто хочет заходить на паровоз, я их рекомендую заходить через биржу, покупать монеты. Я сам тоже покупал через биржу. Вот, курсовые. Может ли закрыться монета? Вот как-то или еще? Ну, может, когда ее станет совсем много у всех. 6 миллиардов. Да, и кому. Вот, и вот, и она не будет просто нужна, ее не будут популяризировать. То есть никому, никто не будет ей это размениваться, обмениваться. То есть, а что мы сейчас видим, что сейчас уже это продают машины и квартиры, уже идет популяризация этой монеты. И чтобы она стала никому не нужная, это все должны просто в один прекрасный момент отключить электричество. Да, отключить электричество, да. Отключить электричество. Да, то есть риски косвенные, так называемые. Отключить интернет. Да, то есть если монета вдруг перестанет никому не нужна, у нее упадет курс, но она никуда не исчезнет, она будет. Как вот некоторые монеты, которые вдруг стали никому не нужны, пропали владельцы у них, они никому не нужны, курс упал. Но она есть, она ходит в ходу, эта монета. То же самое вот. Никому не нужна, курс упал. Но так как сейчас идет популяризация монеты среди народа уже, опять же, это парамайнинг, люди заходят на процент, ради процента, а не ради идеи, кто-то заходит ради идеи, кто-то заходит, чтобы реализовать товары, популяризация, курс будет расти. Я могу добавить, да, или то, держаться, что, да. Я могу добавить то, что еще как бы они не знают нормальные трейдеры. То есть это сейчас она будет торговаться больше, покупаться больше, будет больше работаться, вот, и как бы больше будет. Как бы у нее получается, как это называется, объем продаж. Ну да, кстати, объем продаж растет. Мой вышестоящий в ROI Виктор Широких, Виктор, тебе привет, показал, что объем торгов, начиная с апреля, резко пошел вверх. То есть объем сделок. То есть раньше вот так вот торговали, а сейчас уже лотность повысилась. То есть, грубо говоря, он так в рубли переводил, говорит, сейчас торги за день, объем торгов по монете призм уже превысило
5-7 миллионов рублей. И каждый день на рынок заходит общая сумма. Это на одной только бирже. На какой-то бирже он показывал. Нет, он показывал на CoinMarketCap. Нет, ну там, да. Там он считает вещи. Весь ну объем, вот, 7 да. миллионов рублей вот так вот прыгает через, только через одну монету призм. Вот, ребята, можете уже да, задуматься. Я, конечно, не говорю, что это прямо вот все вот. Нет, призм, но это немного, да. Это начало. То есть здесь да. еще нету хороших трейдеров. Сейчас появятся хорошие трейдеры, ну такие, которые сами по себе почувствуют, что в ней можно заработать. Ну и начнется. Да, то есть мы подведем итог, то, что, конечно же, есть проекты сетевые, там, например, Paramatrix есть, вот, есть Гипербинар, но эти проекты, они построены не сколько на парамайнинге, на проценте, сколько на обязательных привлечениях людей. То есть матрица ставит людей сверху, а с этих, с нижних перелив идет. То есть чисто ревка. То есть проекты для сетевиков, для MLM-щиков, MLM-игрок, кто любит приглашать, кому нужна постоянно драйв, движуха. Все, вот это для них. Мы эти проекты не обозреваем, мы в них не участвуем практически. Я в матрице не захожу, в бинарах тоже не захожу. Не мое, ребят, мое это процент. Поэтому сделаем такой вывод, что монета призм достаточно привлекательный инвестиционный инструмент, который я уже себе приобрел. У меня большой актив в этих монет есть. 20 тысяч монет у меня в обороте, даже 22 тысячи монет. Я участвую в трех проектах с упором на пассив. С упором, конечно же, есть партнерская программа во всех трех проектах. Я получаю партнерские за приглашенных партнеров. Строю структуру с Ильичом, вот это строим. И это инструмент, на котором можно заработать, не обладая какими-то супер-пупер способностями. То есть человек может просто купить монеты и ничего не делать. Ему будет идти парамайнинг. Процент. Вот. И даже если курс просядет, этот процент по парамайнингу, он будет его нивелировать, шлифовать, что монета, допустим, стала стоить дешевле, а монет тот человек стало больше за счет парамайнинга. То есть оно можно, создает нивеляться так некоторые вот планы. Можно да. даже попроще людям объяснить. Вот представляете, печатный станок денег. Вот, как бы вы владеете частью вот этого печатного станка денег на ту сумму, на которую вы им купили вот эти как бы акции как бы этого завода по производству денег. Вот. И естественно, у вас вот идет вот этот как раз просто печатаются деньги, только электронные. Ну, в общем-то, что, наверное, итоги? Да, подведем итоги. Как бы итоги, да. как бы итоги нашего донесения информации призм. Мы рекомендуем основной, это паровоз на кошелек. Да, основной вот. У вас паровозный кошелек, на да. котором у вас деньги ваши. Да, и у вас две ноги есть, есть выбор Spacebot и Roy. Ну, я рекомендую и там, и там. И там, и там по 100 монет начать, посмотреть, понравится, ну, да. не понравится, деньги отозвали, и все. Вот, понравилось, вы начинаете строить структуру, начинаете усиливаться там, начинаете получать повышенный процент. Это на любителя. Но паровоз – это основа. Единственный минус паровоза, что здесь надо сразу начинать с 1000 монет. Ну, это не да. минус, это не так уж много. Ну, некоторые минус. Ну, сейчас уже это 26 тысяч рублей. Ну, это не так уж оно много. Но зато это будет вас выйдет на тот уровень, что вы где-то через 2-3 месяца вы поймете все вот эти нюансы сами. Потому что так вот смотреть наш ролик, все равно для вас это тоже как же, так же, как для нас MLM-щики какими-то непонятными языками раньше это разговаривали, сейчас разговаривают. То есть вы поймете, надо всем попробовать. Надо взять и попробовать. Пока не попробуете делать какие-то выводы, ну, я считаю, смысла нет. Возьмите 100 монет, попробуйте. Кстати, в паровоз можно 150 монет попробовать. Да, есть. Но это мало смысл, там его это. Не ощутишь его мощи. То есть, ребята, я когда в паровоз заходил. У меня было 1000 монет, я добавил 10 тысяч монет, у меня личный процент выскочил сразу в пункт. А потом, когда у меня структура 100 тысяч через 4 дня стала, а объемы паровоза подо мной автоматически выросло, у меня еще процент подскочил там. А 18% в месяц. Это не халабала, ребята. Это уже серьезные цифры, блин, извините меня за мой французский. Это очень круто. Далеко не каждый инвестиционный проект не дает такой доходности. Вот Life is Good всего дает 2% в месяц, а здесь 18%. В Life is Good вы деньги даете админам, а здесь деньги у вас. И 18%. Ну вот, делайте выводы. Математика рулит. Ну да. Вот так, такое видео. Всем спасибо. Спасибо за внимание. За диалог.
Все ссылочки будут под описанием. Да, под видео. Да, под видео. Обращайтесь к Ильичу, ко мне обращайтесь. Мы работаем общательным. У нас есть фидбэк, связь. Вообще, с партнерами. Все ссылки, естественно, под видео, да. И на нашу личку в Телеграме. Да, мы любим Телеграм. Телеграм-мессенджер. Телеграм, ставьте мессенджер в Телеграм и пишите нам. Есть, конечно, и ВКонтакте, и Скайп, но эти, они уже прошлый век уже этим. Ну, удобно, связи, да, удобно этот, через Телеграм, да. Да, через Телеграм, потому что мы можем быстренько показать там скрин с экрана, видео с экрана, что там, что-то как-то всегда ответим. Не сразу, так можно на следующий день ответим. То есть никогда у нас такого не бывает, чтобы это был завал каких-то сообщений. Ну, в общем-то, это видео будет дублироваться на двух каналах. Увидите его там, увидите его здесь. Неважно, паровоз, призм, тема. Зарабатываем вместе. Будьте счастливыми и свободными. Да, стремитесь к этому. К счастью, свободе, независимости. Вот как раз монета призм в этом и очень помогает. Монета призм не убежит на Бали. Она не может быть как-то исчезнуть так вот внезапно, потому что здесь есть свой блокчейн. Но мы это уже повторялся, ребята. Поэтому монета призм — это инструмент заработка с более высокой надежностью и с меньшими рисками по сравнению с обыкновенными инвестиционными проектами, которые строятся на рубле, на долларе, так, где просто отдаешь админу, а он уехал на Бали. Вот так. Вот такое вот видео. Всем спасибо. Всем пока-пока. До встречи в личках. Ты вступай скорее в призм. Хайпы — это анонизм. Бабки хайпы собирают на Бали, их все спускают.